вот и болото. болото. Болото заказывал, да. Долгожданное. Никто не заказывал, он само. Ну тут пожираловки не будет, тут сразу наед. Мы все вместе. Нет, третий раз за день я не вынесу, блядь. А где ты? Стрелок. Мэнио. На, поебалу, пидор усатый. Ой? В смысле? А что никто не сказал? Ой. Про что? Что он не за Игорем? Кроме а Игоря. Я, блин, так и знал. И мана никто об этом не знал. А что ты машешь мне, а? Что ты машешь мне? Кивает там что-то? Да, кивает. Понятно. Типа ха-ха, вернулся от удара, но от выстрела не вернешься. Выпутал очередную. Потерял меня, серьезно? Наверное, он есть? Танок. А что, что делает вторая Клодия? Рядом со мной сидит. Он возвращается на мой. Он мой нашел, он мой нашел. Клодия в дырку выпала. И мне укрыться нет. Сейчас на деву проверим. Че мелодия такая пидарская, блядь. Игорь, тебе еще повезло, что его понерфили. А, раньше он с калаша ебашил, да? Да. Так и было все. Так, нету. Так реально было. Даже я за него играл. И мне укрыться нету, железного дела нету. Клодия. Клодия. Как же я ее подставила, ёб твою налево. Короче, она подсаживает. Она подсаживается ко мне. Барбекю нет. Я случайно проваливаю проверку. Это не запланированная акция. Потом я за бочки отсела. Аварийка, да. А она нет. Да он ее за шкирку взял. А я не знаю, откуда он ее взял за шкирку. Потому что она сидела в углу. Нет, он не в мейне. А он в углу... не на мейне, он на мостике. А в углу сидела. Я не знаю, как он ее за шкирку взял. Вообще не поняла. Тотем чистила, что ли? А, кстати, да, вот, тотем, скорее всего. Сама он дура. Не за мной. Он в мейне. Я про татаров говорил? Да. Он боится... Очень боится со мной садиться чинить. А, ломает мой. А ты откуда знаешь? А, я вижу искры. А, я думал, у тебя тревога. Ко мне бежит ломать мой ген. Нет, он ко мне пришел. Да ты, Клодия, блядь, все-таки доломал этот тотем. Здравствуйте. Привет. Женщина. Вот ее, главное, один раз уже снял с этого, нет, все равно пришла. Он на мостике. Блять, прям на меня прыгает. Усатая десантура. Да нахера вы все бьете, блин, воздух, я понять не могу. Его пить надо. Его пить надо? Что? Ярик, все хорошо? Да. Он так не за мной. Те самые кислородные коктейли? Да. Так, он... в сторону лачи куда-то. На лодочкам. Пиво, пиво, лодочка. Лодочка, да. Бля, он меня видит. Ну, конечно, он меня видит. Да, блядь! Подцепил тебя, что ли? Да не! Клодя. Смог к ней, что ли? Клодя, похуй, я смотрю. Не, ну правильно, с таким стрелком мне тоже, блядь, все равно. Я лягу. Да. С цепи вырвалась, но все равно легла. Че стоишь? Поднимай давай. А, выхили? Угу. А сдох техники ты его перк.
Нотка тоже не было. Нет, не было, не было. Блять, я. Егор? Ага. Хорошая попытка. Не, плохой ген, нужно чинить лощугу. Он меня потерял. А, этот, подвал лощуги в мейне. Подвал в мейне? Да, а я в лощуге, возле лощуги чинил ген. А он в центре ударил ген. Пошел на лодочку. Пошел ее вычеливать. Че, рискнем? Ты что тут забыла? В смысле? Там уже завели все. А как? Нет, в смысле? Не лодка, а лодочка. Ты прям этот яхту. Ты яхту завел. Не, Катя на мейн просто пришла. А это чел, кстати, он в этом лочуге. Ага. А мы на этом на мостичке. А я на мостик его. Клодя тут. А, да, серьезно? Да, выцеливает мост. А, ё-моё! Да пошел-ка ты в пизду, блядь. Ходя с картой, блядь. Ну да касло. Я почему его не вижу? За тобой. Блядь. Я из-за того, что у меня глубоко рана, нихера не видела. Да чини, блядь, куда пошла. Аварийка. Дура взяла, отпустила. Кто орёт? Десантура. Бля, такая вообще просто. Игрок года. Тысячелетия даже. И к Ярику привела. Ах, как пидорас здесь, ах, ты ж пидорасина. Ну, конечно же, конечно же ты за мной. Хиль меня давай. Так идет за мной, прикиньте. Нет, он за мной, и за тобой тоже. Блядь, да какие деревья, ёб твою мать. Я поняла тебя. Он тебя бросил, да? Нет. Да? Нет. А что я буду в лодочке? Да ёб твою налево. Где подъем? Ну вот теперь бросил. Хотим тебя лучше войти в лачугу. Почему? Ну, похилиться. Так она со мной рядом зачем? Блять. Ну, типа, безопасное место. Катя, он за тобой? Нет, он меня бросил. Он ломает мост. Ну, наверное, за мной сейчас пойдет, хер знает. А где вот хилится мне в лачуге? Никого нет здесь. У него на ауру вообще, по-моему, ничего нет. А мы в лодочке с Клодией, она, кажется, к нам бежит. Какой Клодия, Ярик? Я тоже думаю, с какой Клодией в лодочке? Я говорю, он за Клодией, она говорит вот здесь. Блять, Клодия, вали нахуй отсюда! Он тебя выцеливает лодочку? Да. Он меня выцеливает. Давай, 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 давай. Папа, чё? Хуй тебя, понял. Плохел. Неожиданно и приятно. Чё он открывает, ваши ворота? Ты думал? Наверное, я буду... Ой, я буду прыгать в окно? Я в лаче первый. А хорошо, что я оттуда ушла. Как потрясающе, что я оттуда ушла. Ярик. Блять.
Да нахуя открыла их? Ну, там, где вы чинили. Я вторую открываю, но я могу не успеть. Чел, ты это сделаешь? Так и знал. Понятно. Клоди, со своей карты, иди ищи, блядь, тотем. Смотрите на пёс, смотрите. Поверьте сразу. Фейс. Это фейс. Ну конечно. Девочки фейс. Нет, он нашел ворота. Какие? На это, ближние. Нет, фейс. Ну Клоди, блядь, у тебя же карты, ищи давай. Если что, с этого вам это спасать со стороны мостика. Что он ходит чисто между воротами и мной. Да, хотелось бы. Сейчас один короткий найти. Вопрос, блядь, к Клоди. Зачем она открыла? Зачем? Это Клоди у меня трется? Нет, это я. Это Клоди. Нет, серьезно, зачем Клоди открыла? Она ворота бежит. Она чисто такая на приколе. А где в три ворота рассказали? Там, где мы. Ладно, я добегу здесь. Игорь. А вы что, снимаете здесь? С стороны мостика. А я, кстати, вообще не вижу. Нет, Игорь, нет. Да-да-да, Игорь, да-да-да. Слева, 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 пожалуйста, Игорь, слева. Бежим. А вы куда? В смысле, ты как? А, на эту меня, потому что наед. Знали, да? Нет. На эту меня. Где у тебя? Прям за стеночкой здесь у меня. Спинки, пожалуйста, спинки. Я в рот. Какие спинки, наед же? Ярик. А, ну ладно, извините. Ты прикалываешься, что я у ворот, и я падаю. Ты у каких ворот? Понял. Наед там, где ты висел, ты сказал, да? Да-да-да, прям в углу, прям в углу. Дальше бегите, дальше, слева. Можно вопросик один маленький, небольшой? Попробуй. Какого хуя она вышла? Она с картой, блядь, почему она не видит? Ты выпиливаешь порчу? Да. Да. Думаешь, мы успеем? Да плохо. Скажи, когда все. Ну, это... Да. Хорошо. Времени очень мало. С этого вам выбегать. Всё ну, равно. Сейчас, а она, меня... конечно. Конечно, блядь. Игорь. Угу. Игорь, я снимаю. Давай. Я спина. Игорь, ты где? Выхожу. Он здесь уже. Все, ты... Блядь. Все, убегай. Нихуя. Время! Он же мне просто говорит. Я про время вообще забыла, блядь. Сейчас я напихаю этой Клоди. Сейчас я этой Клоди напихаю, это, блядь, это пиздец. Ну правда. Че он там покивал, да, или че? Он это. Ну, поймел, короче. Меня. А, ну это русское чмо, значит. ГГ Изи. Кемп. У него был на ауре, прикинь. А че у него было? Тутки слух. Вообще не сработал ни разу. Ну, с его стрельбой, да, было ожидаемо, конечно. Можно я забаню кладетку у себя, по крайней мере? Да. И этого уебана тоже. Да с ним все нормально. Ну, она просто, я не знаю, с ним привычно хотя бы. Она просто, я... пиздец, она с картой. Она с картой, блядь, которую она залутала. И она не видит порчу и даже ничего не делает. А, смотри, какая карта. Ну, обычная, скорее всего. Зеленая не видит порчу, только генератор видит. А зачем она ворота открыла? Для чего? Вот,